Формируется новая среда директоров школ. В Кызылорде создана школьная лига директоров. Лига провела свою первую встречу в формате TEDx. Инициатор проекта – областное управление образования. Цель – организация эффективного школьного менеджмента, развитие лидерских качеств директоров, совместный поиск оптимальных методов обучения, обмен опытом и распространение лучших практик. Спикеры первой встречи в формате TEDx поделились с коллегами опытом работы своих школ. Сегодня прошла встреча на тему «Стратегический бренд. Венчурное развитие. Менеджмент в школе». С помощью Лиги директоров школ будут распространяться новые технологии в образовании и инновации. Сфера образования кардинально реформируется. Чтобы изменить школу, нужно изменить в первую очередь директора. С ним нужно работать, ориентировать их на новые направления. Налаживается работа по организации эффективного лидерства, менеджмента, обмен опытом. Это нас радует. Нам необходимо идти в ногу со временем. Вместе с тем, в каждой школе есть свои особенности, ценности.